Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Дарикс и с вами Дарья и Ника Хэй. И у нас, как вы увидели по названию, влог. Мы, короче, фоткаемся на фотик. Стой, я хочу сфоткать, типа, как ты снимаешь, и при этом впереди. Крутая фотка получилась. Она в перчатках, а я нет, у меня уже руки немножко замерзли. Потому что я продуманный человек. Но у меня перчатки в другой куртке остались. Вот. У нас тут снежочек идет, а еще мы в лесу. Тут так красиво! Да. Вот, а сейчас еще зимние каникулы. Уже второй раз, мне кажется, в том году на зимних каникулах мы снимали влог. И вот опять. Что ты делаешь? Уточка. Мы вчера были у нее, короче, фоткались вот так. А ее, не знаю, племянница, да? Ну, короче, сестра и племянница. Да, ну, короче, маленький ребенок. Она такая так улыбается просто, а у нас уточка была. Вот. А, ты смазал фотку. Там такая суперская фотка была. Да, да, конечно. А вот теперь останови. Очень, кстати, круто. Попробуйте так сфотографироваться. Кто-то идет, снимает на телефон. У кого нормальная камера на телефоне. А кто-то идет и фотографирует. Это я еще на переднюю снимаю, да. Да, и на переднюю. Главное. Ой, то есть ну на фронтал. Так передняя чуть получше. У меня, кстати, новый телефон, да. Вау, как там красиво! Это обалденно! Вот. Ну, я. Ну что, кстати, я вам писала, ну не писала, а говорила как бы, и в описании к видео кидала опросы. Никто ничего не ответил. Что можно поснимать, а? Что можно поснимать? Влог, тег, челлендж, я не знаю. Скоро после этого видео на канале еще одно видео появится точно. Я просто пока выключу камеру. Идея у меня была давно снять. Как-то было немного лень. Вот. Эй, ты где? Я иду, я камеру. Черные губки. Если вы не заметили, не черные губы. Да. Нет, я решила не красить. На самом деле, я так каждый день не хожу. Это я сегодня делаю. Я один раз с подругой, короче, мы договорились, типа, давай, ты накрасишь губы черные, не с ней. А, вот, и я. И по городу пойдем гулять. Что вы думаете? Она такая... Нет, я боюсь, мне страшно, мы не пойдем. Ничего. Ну, я накрасила, но там смотрели на меня, типа. Ясно, вот. Куда мы идем? Там пруд. Да. Я сюда, мы в прошлом году фотографировали. Мастер схождения. Постелала куртку, поеду с горки. Она не катится. Блин. Она не катится. Она не катится. Нет, оно вот здесь катится, я уверена. Поехали. Ну не едет. Да. А мне эта хрень, кстати, там она останавливает всю. У меня руки околели. Честно, меня это бесит. Что именно? Здравствуйте, до свидания. Бывает. У меня такое белое лицо, когда черная помада. Мне кажется, надо влог заканчивать уже мы. Вы знаете, что мы делаем? Мы фоткаемся, вот. И решили вам просто поснимать немножко видео. У меня стрелочки не размазались, хоть это хорошо. Я ничего не делала. Ладно, ставьте пальцы вверх. Мы вас всех любим. Подписывайтесь на канал. И... Все-таки напишите, о чем можно снимать. Не забывайте про канал. Если его забросили они, то хотя бы вы его не забрасывайте. От подписчиков очень многое зависит. Ну да. Ну кто забросил? Просто. Просто одна ленивая задница. Просто школа, времени нет. Вот. Ничего, сейчас я ее заставлю поснимать. Кто-то вообще не снимает. Да. Я не снимаю, потому что я... Мне перестало нравиться, как я снимаю, поэтому я перестала снимать. Но сейчас скоро начну.
Всем пока, с вами был канал Дарекс. А на скине всем вам ссылочку. Пока, всем удачи.